Расторгнут контракт с подрядчиком, строящим городской пляж в Саратове. Теперь на эти работы будет объявлен новый аукцион. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Вячеслава Володина. Причина – медлительность рабочих. Подмосковные специалисты затянули сроки. Сдать объект они должны были еще в конце ноября. Напомним, обустроить еще один пляж на набережной предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Городские власти договорились с лодочниками о переносе их базы, так как на ее месте и должна появиться зона отдыха.